Илья, с вызовом в сборную у тебя? Каждый вызов приятен, и всегда хочется туда ехать, и потому что не так часто там был, да, раньше. Поэтому я туда с улыбкой еду, с настроением. Там, наверное, просто больше уделяется деталям, да. И я хочу сказать то, что у нас в этом году, да, в команде тоже очень много деталей, которые там не очень сильно понадобятся. То есть для меня сейчас это одинаково, я думаю. А с каким настроением подходите к матчам с «Адмиралом»? Настроение хорошее, провели тренировки, отдохнули, и надо выигрывать, очки надо брать, потому что таблица плотная. У нас сейчас ситуация, похожая на плей-офф. Два матча подряд с одним соперником. Мы четко понимаем, что должны делать, но в то же время многое зависит от того, как мы реализуем свои моменты. Последние пару недель у нас были с этим проблемы. Хотя шансов мы создавали немало. Именно поэтому у меня позитивный настрой. Если мы создаем моменты, голы придут. Было бы гораздо хуже, если бы моментов не было. Несколько игроков «Авангарда» вызваны в сборные. И это, безусловно, честь для них, а также большая ответственность. Мы желаем нашим хоккеистам удачи в национальных командах. Это награда за отличный старт сезона для нас и беспроигрышная ситуация для всех.